Вот всей швали моих критиков, моих завистников, думают, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу. Я вас уничтожу. Опять внимание, характернейшая деталь про Бога. Кто вспоминает про Бога, кто ради Бога? Убийца, расчленитель! Убийца, расчленитель про Бога вспоминает ради Бога. Вот характерная черта. Я атеист. А вот вам, пожалуйста, вера. Показательный, очень показательный. Так, ну давай дальше этих комиков. Вообще ни за что, я сижу вообще ни за что. Сейчас эти 8 лет мне придется гнить в этой тюрьме поганой. Всем привет, не забывайте, пишите. Я скоро вернусь. Все. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Натуре. Ну, натуре, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Исправления, школа новых преступлений. Привет, прежде времени, охранять невозможно. Началась родильная деятельность. Мариночка, что ж ты? Отошли вот. Началась родовая деятельность. Мариночка, что ж ты? Она рожает. Мы не видим дальше по ней. Одному. В каком состоянии ребенок еще будет? Ребенок маленький. Я без свадьбы. На том основании. Thank you.
каком состоянии, а ребенок тоже. Тебе прожигание сохранять невозможно, это ж ты воды. Началась розовая деятельность. Марина, что с ней? Рожает она. Привезли в ближайшую больницу. Родовой. Родовой. А ребенку ушел. Трох мальчик. Падре, провернулись мы с тобой, как лохи позорные, а? Похоже, наши друзья-водилы нам фуфло двинули. А ну-ка, дядя, давай-ка прыгай затяжным сюда. Сюда. Ты знал про ремонт, а, сучара бацин? Это про эти пожары было объявлено на дороге, а? Это об этом твой сучонок менжевался? Пошел ты нахер, козел! Дали. Туалет для простолюдина. Почему богатые хотят избавиться от канализации? Более тонкая, то ли политическая, то ли социальная направленность. С молитвой и оберегами. Почему наши предки приносили дары в отхожие места? Сакрум – это значит копчик. Копчик – это где-то вот здесь вот. Дар предков. Кто научил римлян строить уборные? Везде, где была канализация, всегда происходили какие-то чипы. Посижу, подумаю, что на самом деле погубило Атлантиду. Версия, что люди своими руками породили в стоках новый вид живых существ. Более того, жирберги продолжают эволюционировать.
ученые не могут ответить на вопрос, каких стадий развития они в состоянии достичь в будущем, и как эти короли-клоаки поступят с нами, когда обретут сознание. По мнению наблюдателей, это уже могло произойти. И не только в Китае. Те самые жирберги, которые сантехники с таким трудом достают из городских канализаций по всему миру, напоминают живых существ. Это может показаться фантастикой только на первый взгляд. Однако специалисты, которые изучают подземный мир, знают, что условия в канализационных трубах идеально подходят для зарождения жизни. До сих пор люди лишь примерно представляли, что на самом деле происходит у них под ногами. Но некоторые исследователи опасаются, что новая жизнь в канализации уже зародилась. Более того, ожившие жирберги могут оказаться настоящими королями подземного царства, на службе у которых стоят другие, не менее удивительные существа. Билл Гейтс заявил, что разработал новый вид туалета для жителей самых неблагополучных стран. Для примера можно взять Мадагаскар, который входит в десятку беднейших государств на планете. Канализации здесь как таковой просто нет. Нуждаются ли его жители в автономных унитазах? Безусловно. Смогут ли купить? Нет.
I swallow your soul. Swallow this. Продолжение темы воспитания детей. Ребенок читает, не просто читает, он увлекается такой книгой, как «Гарри Поттер». Я только один раз случайно откуда-то летел и видел вот часть, какой-то фрагмент этого фильма об этом «Гарри Поттере». Я увидел всю эту «Гарри Поттер», все наполнено какой-то дьявольщиной, весь фильм с какой-то дьявольщиной. Вот, с этими духами, с этими, бог знает с чем. Хотя там побеждает он что-то, ну и что? Не знаю, мое мнение, на основании, по крайней мере, того, что я вот посмотрел, и отчасти того, что слышу, да, увлечение этим Гарри Поттером, это все равно, что увлечение сейчас, ну, какими-то наркотиками там, или играми, компьютерными играми, которые, кстати сказать, вскрывают душу, вскрывают ее. Я говорю, компьютерные игры. Вот чего во многих случаях то же самое делает. По-моему, делают и эти книги о Гарри Поттере. We'll be right back.
Сегодня в результате расследования мы обнаружили, что порно снижает мужскую самооценку, делая мужчину непритязательным и равнодушным к завоеванию красивых женщин. Этим охотно пользуются российские производители, продавая порнозависимым мужчинам дешевые и некачественные товары. Но резко прекращать смотреть порно опасно. Самооценка россиян может увеличиться, и они перестанут покупать российские товары. В таком случае экономику России ждет неминуемый кризис. Продолжай смотреть порно. Хоть это и не одобряется окружающими, но ради Отечества ты должен делать это. Помни, благосостояние нашей страны в твоих руках. Ты не понял, куда он подевался, блядь? А вот туда, ты... Сережа, дело в шляпе. Нюхай бебру. Когда мы были в турне с Оззи, у нас всегда были эти безумные закулисные вечеринки. И вот мы сидим бухие около бассейна, Ники начинает ссать на землю и слизывать свою мочу. Оззи просто пришел в восторг, охрана вышвырнула нас от бассейна. Ну, я ему говорю: все, чувак, давай я просто отведу тебя в твою ебаную комнату, ты просто отдохнешь, хорош. А он говорит: да, блядь, ладно, и продолжает. А я ему: чувак, пожалуйста, схватил его, говорю: все, хорош, засунул в лифт. А он говорит: нихуя, давай-ка, друг, заходи. Я говорю: блядь, я же почти ушел. А он заталкивает меня в комнату, снимает штаны,
и просто начинает срать на пол. Огромная, блядь, пирамида говна на полу. Берет вот дерьмо, прямо руками берет и начинает размазывать его по стенам этой ебаной комнаты отеля. Он рисует своим дерьмом на стенах. Какая ваша была конечная цель? Вот сверхзадача, которую вы решали. Я же сказал, по-моему, что вмешаться в происходящее и помешать разграблению страны. Страна должна была быть разграблена, она была поделена между своими. То есть я решил вмешаться в этот процесс и создать для этого МММ, аккумулировать средства. То есть на денежную приватизацию нужны были деньги. Если бы еще мне дали эту возможность, я бы так бы все и произошло. То есть через месяц-другой участниками МММ стали бы все население России. И после того, как я бы скупил госсобственность страны, я бы ее поделил между участниками, вкладчиками МММ. Вот была бы подлинная народная приватизация. Офисов АО МММ увезли 17 КАМАЗов наличности. Так получилось. Здоров, все нормально, процесс идет, все у нас хорошо. Yeah.
Здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Игорь Гофман. Я живу в городе Херсоне, Украина. Хочу кое-что интересное рассказать. Значит, начались эти события, ну, начались они вообще с моего практически рождения. Там очень много различных предпосылок было. Но в частности, вот начались эти события с такой ситуации. Значит, была у нас когда-то дверь, которая стояла еще при Советском Союзе. Мы когда-то ее сняли, заменили металлической, поставили на балкон. Позвонил нам один азербайджанец, знакомый, который видел ее, ну, снизу, с улицы, видел, что дверь стоит, захотел ее купить. Позвонил, я куплю у вас дверь. Хорошо, хорошо, потом через некоторое время мы, в принципе, ну, не особенно, просто, ну, забыли про эту дверь. Значит, потом, однажды ночью, мне, ну, наитие такое появилось, что мне нужно выполнить определенную, как бы, определенный алгоритм. Я лег на диване, поднял ноги, ну, вот на столе, поднял ноги, положил на стул и открыл окно. У меня было такие мысли, что есть такой у меня, так сказать, знакомый. Ну, я его знаю, например, как Евгений Дмитриевич Метелав. Ну, моя так называемая мамочка знает, что Евгений Дмитриевич Метелав одновременно является ее, так называемым, двоюродным братом. Она, естественно, она все время пытается работать против меня. Почему вот сюда вот я вот на стол положил ноги, открыл вот эту дверь. У меня были такие ассоциации, что он в качестве одного такого здорового мужика, типа сибиряка, делает то же самое, работая на публику. Он же у нас артист очень хороший, господин Петела. Ну вот я повторил его движение. Различные религиозные, различные трактовки есть этого понятия. Ну, можно называть это ангелом. Можно это называть, на Востоке это называют драконом многоголовым. Можно называть это процессором с точки зрения электроники. Если это ангел, то, ну, в сочетании есть такое понятие, есть такой бесошмодай. То есть если разговаривать ангел, то он сочетается в сочетании ангела с бесом Ахмадая. Или же дракон, например, если это дракон, у него тоже есть различные трактовки. Если на Западе его считают плохим персонажем, то на Востоке он считается хорошим персонажем. Такая, в принципе, двойственные дела и у меня. Можно это понятие называть, с точки зрения Каббалы, есть такое понятие, как Ом Хеседи. Ты долго будешь говорить? Я долго. Нет, у меня рука уже болит. Все, пошла, тебе не матери. У меня уже рука. Иди нахуй.